Ну, все, пошло. Ура. Связь нас подводит в очередной раз. Ну, что делать? Кукусики, опять все остановилось. Будем сегодня вам рассказывать про волосы. Приветик, приветик. Будем рассказывать сегодня вам про волосы. Покажу свои маски, шампуни, что чем пользуюсь, какие есть. Спасибо большое. Привет, всем привет. Как прошел ваш день? Ребят, такая связь ужасная. Я просто ничего не вижу, ни сердечек, ни сколько вас человек, ни одного вопроса. Напишите хоть что-нибудь, чтобы я увидела, если пойдет. Ребята, не вижу. Все, пошли вопросы. Увидела, как ты ушла от блонда. Я покрасилась в темный цвет. Темно-русый, ходила, наверное, недели две, потом он вымылся и стала где-то раз в месяц красить в натуральный русый цвет. Вот так вот и вышла на все, видите, спасибо. Маслами, нет, я не знаю, какими Наташа пользуется, я пользуюсь Керастасом, очень довольна. Я волосы не крашу. Кого видеотрансляция? Ну, ребят, простите, не знаю, не слежу за ее творчеством и жизнью. Да, я дома сейчас. Целый день сидели дома, жарили котлеты, готовили картошку. Привет, привет, Сашка, привет. Отлично, замечательно. Только с... Мой муж в нее влюбился. Ну, ребят, а чё ж он тогда не с ней, а со мной? Бред, ну это такой бред на самом деле. Привет ей передавайте от меня. Я вам тоже много чего тогда расскажу, если она такую ерунду будет говорить. Так, у тебя шеллак или нарощенный? Нет, у меня свои и обычный гель, не гель-лак, а обычный лак просто в данный момент. Привет, привет. И что она еще рассказывала интересного? Нет, мы живем одни, без родителей, поэтому нам хорошо. Таня тебя провоцирует? Возможно, мне без разницы, я отношусь к человеку абсолютно спокойно, с улыбкой. Александра, на ваш вопрос я не могу ответить, к сожалению. Смотрите, сейчас... Так. Вы опять куда-то пропали. Брюки мои. Пропали куда-то люди. Сейчас я покажу вам маски свои. Так, сейчас. Как и обещала, в принципе. Так, вот сейчас, секундочку. Вот, это мои любимые. Вот этот, особенно черненький Керастас. Я очень обожаю. Вот этот белый для густоты. Очень нравится. Маслами я пользуюсь, вы знаете, вот таким для блеска волос мне очень нравится. Потом нравится вот это масло Керастас. Но я зелененькое не пробовала, по-честному. Я люблю золотое. Но мне сказали, что оно мне очень подойдет. Очень уверенно сказала, а она случайно не заплакала в этот момент. Вот мне очень интересно. Потом мне нравится очень серия Давинус. У меня профессиональные такие по литру. Шампунь, что у меня здесь? Бальзам и вот такой вот лосьон. Ну, он не лосьон, он спрей. Для лучшего расчесывания или что-то такое. Но мне он очень нравится. Средство по уходу за волосами питательное. Вот. Мне очень нравится просто от этих шампуней, вот от Давинеса, по крайней мере, что вам еще? Ну вот, у меня такие банки Лореаля, маски, что у меня здесь еще есть. Девочки, я вам открою секрет. Нет, вот есть такое же средство у Сефоры. Вот это вот, ну, очень классно. Оно придает мерцание. Но есть в другой баночке, оно упаковка аналогичная. Это автозагар для тех, кому интересно там загореть один день, ну,
куда-то выйти надо, выглядеть в прекрасной, быть в прекрасной форме и загорелой, то вот вам очень подойдет. Спасибо большое, что вы так считаете. Опять все зависло, боже мой, что за дела? Ку-ку. Не накрашенные, ни брови не накрашены, ни ресницы, ни тональник, ничего. Ребята, виснет, что же делать? Напишите что-нибудь, ни сердечек, ни вопросов, ничего не видно. Да. Вот, вижу, вижу вас, но вопросов ни одного не увидела пока что. Вот, прибавляются люди, сердечек не вижу ваших. Ребята, вы где? Да. А все, пошло. Как бы закончилась трансляция. Боже мой, меня не обязательно об этом оповещать. Я в туалете, потому что у меня нигде больше не ловит связь. Я вешу в данный момент 51 килограмм вечером. Вот взвешивалась буквально недавно. А, да, я без косметики. Вот. Видите? Жесть, потому что связь обрывается на ровном... Аккуратненько раздевайся. У нас сейчас ванно-банные процедуры. А рост у меня 1,66 м. Решила, в чем пойдешь к маме. Нет, вы знаете, я пока не знаю. Жесть, потому что связь такая. Завтра будет благотворительный бал, васильковый бал. Будут жены послов и дипломатов, бизнес-леди. Будет много очень и интересных личностей. Я буду завтра принимать участие в этом мероприятии. Мы будем помогать достраивать детский хоспис. Это будет непосредственно не бал ради бала, как обычно у нас происходит, а бал ради сбора средств, чтобы мы уже к концу этого года полностью собрали... еще, извините, пожалуйста, отправьте еще раз, чтобы мы полностью до конца собрали все денежки, чтобы мы смогли закончить строительство хосписа. Покакала, пописала. Что еще надо? Спасибо большое. Привет, ребята, привет, Минск. Да. Вы знаете, не пробовала, можно было бы, наверное, попробовать. Фирма мебели, магазин, который мы продаем, салон мебели «Атлас» на Лобойском тракте 25, возле магазина «Матрешка». Сиськи будут, но они, в принципе, есть. Передай привет городу. Передаю привет. Покажи малышку. Малышка в данный момент бегает внизу, на первом этаже. Поэтому не покажу для Вареньки. Нет, я покупаю баночки. Она, к сожалению, домашняя не ест. Она отказывается есть. Ни в какую не берет. Да хотя, когда ей даешь буханку хлеба, она грызет ее. Да, но не дизайнером, а консультантом. Будет, наверное, да, будет благотворительный аукцион, много людей, которые не остались равнодушными к этому делу, и вот будут завтра принимать участие. Вот мои сережки, мебелью я вам рассказывала уже много-много раз, поэтому, так, не сегодня его нету на мне, к сожалению, не одела, но ничего страшного, в другой раз. Мы живем отдельно от родителей. Румынии привет, привет Москва, привет Питер, кто меня смотрит, всем-всем-всем привет. Моему мужу, муж Саши, слушай, я не помню, как его зовут, это ужас. Напомни, я ему передам обращение, и он перестанет быть против. Нет, Максимка, слушай, надо людям заниматься какой-то ерундой в жизни, хобби иметь. Вот Саша посвящает людей в свою личную жизнь, чуть-чуть
приоткрывает занавес своей жизни, потому что она очень яркий, открытый, позитивный человечек. Подходит Саша, что? Привет ему, привет! Спасибо большое. Витамины принимаю перфектил. Безумно нравится. И так, наверное, месяца три назад я пантовигар или пантовигир. Пантовигар, наверное. Да. Целую вас. Хорошего вам настроения. Поэтому завтра ведем трансляцию с 7 вечера. Все подключаемся на связь. Под глазами конкретно никаким. Сколько, насколько сон отрастает волосы? Вы знаете, не знаю, насколько сон. Я вижу результат, он мне нравится. Так. Вы как солнышко. Я надеюсь, что все, кто смотрит мои трансляции, они получают море позитива, питаются им. Так, подскажите, кто дизайнер дома? Вы знаете, я уточню фамилию и вам позже расскажу. Спасибо. Волосы, наверное, раз в полтора месяца. Это точно. Вы понимаете, у меня вот длина. Но они не очень ровные сейчас. Ну, вот скоро пойду. У меня размер обуви. У меня вообще копыта огромные. 38 размер я ношу. Да, спасибо большое. Ой, ты моя любимая, ты моя родная. Видишь, не получается видеться вживую, да хоть в перископе общаемся, Сашулик. Нет, у меня не милирование, у меня солнышко. Солнышко поработало на моих волосах. Вот и получилось. Фаркопил для волос. Нет, у нас с Наташей на самом деле очень разные уходы. За лицом и за волосами, поэтому кому-то подойдет то, что, чем пользовалась она, кому-то подойдет тем, чем пользуюсь я. Давай, зайка. Вот, смотрите, кто просил. Свои личные вещи, вы знаете, я пока не перебирала гардероб, не могу вам на это ответить. Буду продавать какие-нибудь платья яркие, которые вы сможете одеть на Новый год. Не копыт? Ну, не знаю, девчонки, на меня когда говорят, что все 38, они на меня так смотрят, как будто ужасно. А что за семейная пара отдыхала с вами в Доминикане? Это наши друзья. Откуда вы знаете? Я, по-моему, с ними фотографии не выставляла. Очень интересно. Так, танцевала когда-нибудь для мужа? Мы постоянно, когда выходим в караоке, клуб, еще куда-нибудь, я постоянно для него танцую. Что мне делать с моим 39,5? Сашка, слышишь? Не дави на больное. Не дави на больное. Он у меня уже есть, спасибо. Купается в ванной Марк. Если бы он был не голышом, я бы вам его показала. Не покажу. Он просит показать его, но, к сожалению, безумно счастлив. Но я об этом говорить не хочу. Я считаю, что не стоит. Поэтому опять все пропало, ребят. Ладно, я не знаю, слышите вы меня или нет, видите меня или нет. Завтра с 7 часов буду вести прямые трансляции с Василькового бала. Все, кому интересно и не безразлично, и кто сможет нам хоть чем-нибудь помочь, я прошу не проходить мимо, не оставаться равнодушными. Все, всем хорошего вечера. Я говорю всем. Кусики, не вижу вас. Вот, начали все к нам присоединяться. Все, вижу ваши сердечки, лайки. Всем привет. Приветики, приветики. Спасибо большое. Сегодня будет благотворительный бал. Вот, собираемся все. Могу вам показать, как готовить наших деток к показу. Всех собирают, готовят.
все сегодня будут красивые в васильково-голубом свете. Я иду одна. Гости все прибывают и прибывают. Спасибо. Деток очень много. Будут представлены детские коллекции наших белорусских дизайнеров. Спасибо большое. Бал проходит национальный школы красоты. Вы знаете, все, что подарила природа, самое лучшее. Поэтому мне безумно нравится мой цвет волос. Нет, мои детки не пойдут. Мои детки остались с мужем дома, поэтому... Я сегодня буду одна в качестве приглашенного гостя. Буду участвовать тоже в показе, как модель. Такое украшение. Да, спасибо большое девочке. Сделали специально для меня. Я позже скину ссылочку в Инстаграм, где можно заказать это украшение и приобрести. Спасибо, да, платье мое. Мне тоже безумно нравится. Вот. Все-таки ничего не говорила, видите? Ну, я не знаю, кто прав, кто не прав, поэтому прощайте. Да, но свой я не делала себе ничего. Куда именно идет на бал? В данный момент Оля Архипенко, Света Гришина, они со мной. Спасибо. Ничего страшного. Да. Вот, все готовятся. Нет, это благотворительный бал, Васильковый бал называется. Сбор средств на строительство хосписа. В этом году надо собрать все денежные средства наконец-то и достроить его. Да, мне это говорили, мне это пишут, пожалуйста. Мне это пишут постоянно в наших трансляциях моих. Давай, конечно. Вот. Олечке привет передам обязательно. Поэтому будем на связи. Будем транслировать вам показы и все, что будет проходить. И аукцион. Может, кто-нибудь захочет поучаствовать. В общем, всем хорошего дня. Отрывочки видео, которые я вам выставляла, хотела хотя бы чуточку показать. На самом деле не хватает всего лишь 10%, чтобы закончить строительство хосписа. Вот мы пытались их собрать все вместе. Нет, не мешает, на самом деле непривычно, но все равно надо когда-нибудь менять свой образ. Все закончилось уже? Нет, еще ничего не закончилось. Я просто рано уехала, поеду домой к деткам. Точно, точно. Девчонки сделали дубаенко для меня. Вот, очень красиво. Иногда стоит развеяться. А я little bit. Что дети сами создают коллекции? Нет, я думаю, им помогают их родители. Ну все же, может, у них какие-нибудь, знаете, видения приходят к ним. Быстрее ехала домой и не болтала. Алик, он меня ждет, подождет еще немножко. Мы и так постоянно с ним вместе. Почему не за рулем? Потому что думала, что немножко выпьем, но не захотелось. Спасибо большое. Папа, оно болтается, поэтому как бы я его ни делала, оно будет все равно болтаться. Выпиваю за день раньше около 5 чая, кружек чая, зеленого обязательно, не черного, а зеленого. Так, Сашенька, я тоже, давай быстренько к нам на Новый год вместе отмечать. Да, сколько стоит украшение? Это подарок, поэтому не знаю, девчонки. Спрашивайте у них на странице, Дубаенко. Так, подарю деньги Наташе или подарок? Наташа, что ты хочешь, деньги или подарок? Что тебе подарить? К тому, что ты сидишь в перископе, муж мой очень против, ему не нравится, он бесится. Поэтому я стараюсь выходить к вам на связь, только когда его нет рядом. Сейчас я не яркая. Ну, видите, не хочу все-таки портить волосы. Еду домой к деткам.
Спасибо. Деньги у нее и так есть. Тоже верно, но, понимаете, ерунду какую-нибудь тоже не хочется покупать, чтобы она взяла ее и выкинула. Мой ругается даже не то, что я других слушаю. Читала форум богини о себе. Вы знаете, да, давно мне присылали ссылку, но я почитала, закрыла, поняла, что люди не в адеквате и ничего не знают, которые там сидят и пишут, поэтому я отношусь спокойно. Говорите что угодно, главное, не перепутайте мою фамилию. Спасибо большое. Привет, привет. Ой, сколько ваших сердечек, зелененькие, бирюзовые, синенькие, розовенькие. Я читала такой бред, да, ну, понимаешь, слышу стон, звон, не знаю, где он. Слышу звон, не знаю, где он. Завтра выложу. Нам пока нельзя выкладывать эти фотографии, на самом деле у нас будет маленький сюрприз для вас, позже вы об этом узнаете. Проверено, да, спасибо. Ой, сколько ваших сердечек, как приятно. Кто тебя... Ужас, фу, не пишите такие гадости. Ревнуем периодически, но уже настолько мы долго живем вместе, что у нас все на доверии. Все отношения основаны на доверии, поэтому передавать Виталию привет. Виталия, привет! А вы где? Чем занимаетесь? Как у вас проходит пятничный вечер? Нет, Марк ходит у меня не в частный садик, а в государственный. Я немного против частного садика, потому что мы ходили какое-то время, и у меня ребенок был страшно разбалованный. Да-да, фото пока выкладывать... Да, Наташенька, нельзя. Но скоро, я думаю, такую горячую фотосессию никто не проводил, не делал, поэтому... Пью вино, выпей за наше здоровье. Завтра будем гулять. С малышом дома. Прекрасно. Если с мужем поругаешься, простите, не дочитала. Напишите заново свой вопрос. Да, английский. Стала, знаю слова приветствия арабского, испанского, французского. Муж по знаку зодиака рыба. Спасибо вам большое, Александра. Расскажи примерный рацион. Так, что я кушаю? Утром овсянка обязательно. Потом, вообще, по-честному, я ем раз в день. Но мне помогло похудеть. Пятиразовое питание. Пятиразовое питание. Утром я ела овсянку. Потом у меня был перекус. Это два хлебца. Рисовые, по-моему, рисовые хлебцы я кушала, потом курица на пару с чем, со спаржей, наверное, или 50 грамм гречки, потом перекус, салатик из помидор с огурцами, и на ужин рыба. Я по знаку зодиака Скорпион. Вы знаете, я кормлю, да, смесью Белакт, потому что на другие смеси импортные у ребенка была аллергия. Простите, а что делаешь, если опять не успела? Ввожу авто с 18, люблю скорпионов. Сашенька, я тебя. Скоро ДР, да, скоро, завтра будем уже собираться, готовиться. У меня день рождения уже было, 24 октября, спасибо. Сколько лет разница у детей? Полных 3 года разница. Какого цвета были твои волосы за всю жизнь? Ой, знаете, я даже не помню, я даже рыженькой была, знаю, на памяти у меня нет. Так, где покупаете косметику? Косметику у нас в Минске не покупаю. Если покупаю, то заказываю у байеров, которые мне привозят. А нет, в Duty Free мне очень нравится. Я тоже скорпион. Видите, как вас много. Отлично делать такие мероприятия. Главное, чтобы деньги пошли в правильное русло. На данном мероприятии они точно пойдут в правильное русло. И мы, наконец, достроим детский хоспис. И поможем бедным деткам. Меня везет домой водитель. Мой папа Сергей Рыба, а мама Таня Скорпион. Тебе идет синий цвет. Спасибо большое. Я скорпион. Видите, у нас собирается множество.
Как ты относишься к Обе и к тому, что она сказала про твоего мужа? А что она сказала про моего мужа? Мне вчера писали что-то, но... Бред какой-то. Сделай видео в своих украшениях. Договорились, хорошо, я сделаю. Тебе нравятся вещи? Не знаю. Вы знаете, не покупала ни разу, поэтому вам ответить не могу на ваш вопрос. У меня день рождения 24 октября, я уже отвечала на ваш вопрос. Да, ношу, мне безумно не нравится. Где муж дома с детками сидит? Пропали вы куда-то, ни сердечек, ни вопросов. Так, ни одного. А, все, вижу, красивая пара, спасибо. Какой подарок хочу на Новый год, вы знаете. Все есть. Хочу мир во всем мире. Муж самый лучший. Саша, у нас вообще самые лучшие мужья. Ты не знала, бусинка? Она сказала дословно, что ваша дружба прервалась из-за того, что ваш муж начал за ней ухаживать. Что за бред, ребят? Ку-ку. Включите просто мозги и подумайте. Если вам по правде, мой муж таких, как Оба, в свое время пачками носил домой. Ну, не к нам, а к себе. Поэтому успокойтесь. На Новый год третьего ребеночка. Да, возможно. Но я хочу отдохнуть в ближайшие 5 лет. Хочу вырастить этих своих мелких, а потом уже думать о третьем. Мы с мужем познакомились на мебельной выставке. Вот до сих пор общаемся. Да, у наших детей есть домашние животные. Бульмастиф и чуахуа. Спасибо. Крайне редко получается это сделать, потому что с теми, с кем я общалась, они в основном все разъехались. Кто в Вильнюс, кто на Украину, кто еще куда-то. Хорошо, постараюсь. Пичугингея. Вот я к нему пойду скоро на счастье, вы ему и зададите этот вопрос. Оля Ибрагимова, я не знаю, я с ней не общалась, не могу ответить на ваш вопрос. Чувствуется, что легкий характер. Да, я легкая на подъем. В чем идешь завтра, Наташа? Я еще не придумала. Скорее всего, это будет черное платье или белое в пол. Я знаю, что вы все в коротких пойдете. Не знаю я, в чем пойду. Сколько лет твоему мужу? Моему мужу 37 лет. Так, не вижу ничего. Я буду ждать прям завтра. Саша, мы завтра замучаем своими прямыми трансляциями, потому что их будет такое количество огромное, и что люди будут отписываться. Нет, нет, не хочу больше на них смотреть. Сумасшедшие женщины какие-то. Нет, попробуй не сделать трансляцию, я постараюсь. Катя Коба, Наташа, тебя спрашивают, Катя Коба будет там или нет? Ой, давайте мы про нее вопросы задавать не будем. Ну, глупо, вы же знаете, что люди, не в нас проблема. Вы посмотрите, мы как общались, так все и общаемся. И, надеюсь, будем продолжать общаться. А у девушки каждые там несколько месяцев новая подруга. Поэтому, наверное, проблема все-таки не в нас. Пожалуйста, перестаньте задавать по поводу Екатерины вопросы. Так, Таня, а кто вы по профессии? Я экономист. Но она же красивая, и что, что она красивая? У нас куча замечательных красивых девушек. Я не спорю, что она красивая, она замечательная. Она ангел, она самая прелестная девушка на земле. Так, правильно ответила. Нет, я не первая. Они не сошлись характером с первой женой, разошлись. Второе высшее образование, да, я бы очень хотела поступить в Москву на театральное. Это моя мечта с детства, но родители меня не пустили, к сожалению. Поэтому вот так. Привет всем, привет.